Да. Всем добрый вечер. Ну, сейчас вечер, я не знаю, когда выйду. И это... Я только что сняла видео, обзор, как я катаюсь вечером. А сейчас вы... Вкусно шашечком пахнет. Ай-яй-яй, падаю. Ладно. А сейчас, косой забор, я буду показывать... Я стою по 5-й улице, как обещала. Сейчас буду, наверное, показывать вам тарзанку. Вечерком, как там темно, а потом, когда в следующий раз буду гулять, ну, завтра, короче. А нет, завтра мы поедем на рыбалку. Я думаю, да, опять, о чем, что вы любите. Новую дорогу тут сделали на перекрестке. Ров какой-то, ладно. Короче, потом покажу, как вечером. Ну, как днем буду показывать вам, можно сказать, улицу, которую вы скажете. Я не знаю пока что, какую вы сказали. Так, и вот тут съезд такой на стадиончик. Бомбочка. Я боюсь, если честно. Вроде никого нет. Тут темно очень. Не знаю. А, ну я же видео снимала. А, нет, ну да, снимала, но... Нет, не страшно. Нереально страшно туда идти. Давайте вот так включу хотя бы свет, песок. Так, давайте быстренько поставлю велосипедик. Быстренько дойду, сразу убегаем. Просто хочется показать вам, как это будет вечером. Конечно, я же все вижу, просто я включила сейчас фонарик из-за телефона. Не волнуйтесь, это не что... Это не... Ну, вот такая вот тарзанка. Сейчас надо как что-нибудь сделать. Так, давайте беремся. И начнем пытаться. Давайте. Давайте встанем сюда на поленочку. Вообще, я на то постоянно вставала, ну ладно. Давайте хапнуть хотя бы встанем. Я боюсь. Ай. Я боюсь, реально. С телефоном. Хоть хапнуть. Ребята, у меня, короче, сейчас связь оборвалась немножко. Случайно не туда нажала. Я сейчас нормально возьму. Так, дотянусь до виси. До тарзанки. И давайте вот так вот. Я боюсь. Это нереально. А еще я кручусь. Помогите. Так, тихо, все. Прикольно было. Что, ребят, не знаю, как будет видно, нет. Надо как-то попробовать. Во, во, ребят. Нет, я не хочу пачкать телефон, поэтому надо что-то... Короче, ладно. Я не знаю, видите, как хорошо, нет. Я, наверное, вот так сейчас положу. Я не знаю, насколько хорошо видно, как телефон у меня ездит. Вот так идеально. Беремся за тарзанку. Ой, я испугалась своего велосипеда. И тут так как-то разгон. Прикольно, да? Ай, нифига, видно, сейчас порву телефон нафиг. Ладно, ребят. Классно будет. Угу. Ну, ладно, ребята. Давайте уже пойдем оттуда. Я не вижу ваш телефон, а вот все вижу. Все. Пока что попрощайтесь с ней. Время на следующее видео. А сейчас я уже... А, стоп, я не показалась. Так, тут трог. Такие вот штуки. Трог висеть надо. Отжиматься и так далее. Все, ребята. Тебе... Она качается вообще. Жгинь, сейчас сосед как-нибудь выйдет, а она качается. Давайте сделаем так раз так. И бежим отсюда. Ну ладно, может она остановится. Все, боюсь уже. Сейчас поеду домой, наверное. Так, аптечка. Ну, пока промолчу. Да, реально страшно, так стрёмно так качается. Ну я знаю. Мне не так страшно, потому что я знаю, что там я раскачала. А вот в Москве, когда я мимо гуляла в баре, там вообще качали сами по себе, а никого рядом не было. Это не на моей площадке, не волнуйтесь, это на прудах. Ну, в парке, короче, так называется. Я не буду уточнять, какие именно пруды. Слушай, не хочу, чтобы вы знали моего адреса. Ой, лягушечка. Блин, что съем? А что с камерой, не понимаю. Все. Так, стойте. Не знаю, хозяева
Извините, пожалуйста, меня, что я покажу вот это вот все. Ой, тут кто-то разрушил. Ладно, все-таки покажу. Так мельком. Игрушечки. Это у нас тоже так было в прошлом году. С другом. Давайте пойдем отсюда. Так, все. Не буду больше ничьи участки показывать. Сажусь на велик. Еду домой. Все. Сразу, наверное, все видео выложу. Страшно. Вечер кататься. Так. Хочу стоя. Я не могу из-за телефона. А я могу. Разгон хотя бы не разъедет, потому что... Ой, еще один пушек. Вы видели, да? Все. Да уж. Если порвалась немного. Угадывайте, теперь выглядит. Ну как, ну да, угадывайте. Или просто гадывайте. А я приехала домой. Ну, на некоторых улицах вы уже видели. Все, мы видим. Пока. Забыла кое-что показать. Часы. Так, сейчас. Вот так первый экран выглядит. Так, второй. Вот так третий. Я, наверное, не покорила скорость еще. Если хотите, потом я разъясню. Все. Всем пока. Я приехала домой. Сейчас буду показывать, как заезжаю. А, нет, стойте, ребята, я забыл. Я забыл показать кое-что на часах. Смотрите, сейчас вспышку выключу. Так. Посмотрите. Выключаю. Приостановлено. Сейчас. Нажимаю. Так, сейчас надо подержать, сейчас покажу кое-что. Так, нажимаем конец, вот эту желтенькую кнопочку. Так вот. Вот это показывает потом. Окей. И вот показывает, где я проехала. Это вот центральная улица, а это две... Есть пара улиц еще. Ой. Ну, это вот пятая. Так, проехала, еще другая. Там еще две или три улицы. Вот здесь, в этом пропуске. Не знаю, почему так странно. Ладно, поехали. Покажу, как пока убираю велик. Здесь ставим. Или нет, ставить подножку. У меня он стоит не в беседке, а вот тут. Сейчас. Ну, точнее, не в гаражике, а вот в бане. Покажу потом обзор как-нибудь. Может, в прошлом году, может, в следующем году, может, в этом. Как получится. Все, вот заезжаем, включаем светик и ставим. Так, это мамин велосипед. У нее обычный, к сожалению. У меня скоростной. Она не захотела, не умеет на нем кататься. Не понимает, что какая разница в скоростях. Выключаем свет. Закрываем дверь. Все, там у нас... Ладно, ванна. Пойдемте. Так, уже темно, все заросло. Трава. Все-таки ночь. Поздно приехала очень, поэтому все заросшее, ребят. Все, заходим в дом.
теперь уж точно. Всем пока. Так, тут уже немножечко грязненько. Пойдемте. Всем пока.